нашего вечера. Фонд изучения культурного наследия Индии Нритья Сапта рад приветствовать вас на концерте, посвященном народным танцам Индии. Хотим подчеркнуть, что наш концерт проходит в день, когда в Индии отмечается один из главных индийских праздников Дивали, знаменующий победу сил созидания и света над невежеством и тьмой. И поэтому мы хотим пожелать вам и вашим семьям счастья, добра и процветания. Разрешите представить наших почетных гостей. Заместитель посла Индии в России, госпожа Джина Уика. Президент Индийского культурно-национального центра СИТА, господин Сэмми Катпани. Мы хотели бы предоставить слово господину Сэмми Катпани. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Я хочу говорить, что это у нас индийская культура. Это традиция. У нас разные традиции. Давай начнем поиграть немножко вместе. Вы понимаете, что это первый нас, первый традиционный культур. Как мы говорим привет? Как индус говорит привет? Намасте. Намасте. Вот это у нас первый традиционный. Правильно. Пойдем на второй. Что это Индия? Говорит, что вы думаете о Индии? Это праздники. Это у нас разные праздники. У нас каждый день есть какой-то праздник. У нас сегодня какой праздник? Дивали. Мы отмечаемся индийский Новый год. Дивали. И у нас так много праздников есть. Третий. Когда мы говорим о семье, индийской семье, вы что понимаете, индийской семье? У нас есть joint family. Как по-русски это joint family? Большая семья. Это понятно. Следующий мы говорим по поводу культура. Культура. Что вы думаете, у нас индийская женщина делит свой муж? Она всегда голодает, не кушает. Это что говорится? Fasting. Как по-русски? Пост. Это только на Индии бывает. Вы в курсе или нет? Следующий. Самые религиозные вещи. Что вы думаете по Индии? Самые религиозные. Кау. Коров. Это сами религиозные. Мы очень молимся. И когда мы говорим о arrange system, что вы думаете? У нас что будет arrange? Marriage. Вы курсы или нет? У нас родители ищут. Меня так берут. Я не знаю, как будут мать детей. Следующее я буду говорить по поводу traditions, Indian tradition. Это мы всегда говорим о Атита Дев Баба. Для нас гости – это Бог. So, we can say гости – this, я думаю, для Нитья Саба, мы сегодня будем играть как Бог сегодня. И к концу мы говорим по поводу танца, индийский танц. Вы уже программу видели, больше чем 20 танц. Это очень много что-то говорит. Такой традиционный, очень разный. Это не одно стиль, все разные стили сегодня будут, это будет нас танцев. Что я буду говорить по поводу Нритья Саба? Если не ошибаюсь, 18 лет назад мы встретили Татьяна Назарова, и это был наш праздник Холи Мела.
где я первый раз встретился, и мы совместно работаем. So, у нас это первый день, это 18 лет назад, и тикипо, мы совместно работаем, совместно Татьяна, Ирина, Ашварин, и мы занимаемся все разные фестивали. И как бы курс у нас фестиваль Дивали, наш премьер-министр джигал лампочка. Бикурс, сколько ламп он вчера джигал? Миллион. 1,8 млн лампочка. Это мировой рекорд. Это отлично или нет? Сейчас я хочу говорить второй мировой рекорд. У нас был праздник День Индии. Сколько народ пришли? 1,8 млн. У нас два праздника, это коинцидент. Это правильно. Как мы сегодня отмечаем День Индии, как мы отмечаем это праздник Дивали, это праздник, очень большой праздник для нас, где мы двигаем лампочку и где мы делимся, как открываем свои шерсть, мы посетили свой дом, и как без концевального фестиваля это не бывает. So, сегодня для меня праздник День Индии, это праздник Нитья-Саба, это фестиваль. Спасибо. Пожалуйста, мы приглашаем на сцену госпожу Джина Уйка сказать несколько слов. И поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам сегодня. Let me also, on behalf of the Embassy of India, convey our warmest greetings to each one of you and your families on the occasion of Diwali. Также позвольте мне от лица индийского посольства поздравить всех вас и ваши семьи со светлым праздником Дивали. The festival of Diwali signifies the victory of good over bad and evil, of the continuing love of people for each other, and also the dominance of traditions and cultures in the societies in India. Festival Diwali знаменует любовь в людях друг к другу и традиции в их жизни. In that sense, it is a festival not only for India but also for the rest of the world. And I'm so happy to be celebrating Diwali with each one of you today. В этом смысле это не только индийский праздник, но праздник для всего мира. И я сегодня очень счастлива отпраздновать его вместе с вами. I would also like to thank Nritya Sabha for all the hard work and effort that they have been putting all through these years, not only for learning about the classical art forms of India and old, but also the folk ones. This is very, very special because learning another culture is not only easy, but also involves so much of transformation inside one's own self. Я также хочу поблагодарить Мрития Садху за их работу и их вклад в распространение индийской культуры. Ведь изучать культуру другой страны – это не просто изучать ее, но пытаться раствориться и впитать эту культуру в себя. For us, even from India, when we see them performing, it is a learning experience in which each passing day we learn something new from whatever they tell us. Даже для нас, индийцев, когда мы смотрим на них, когда они танцуют, мы учимся чему-то новому через их передачу нашего искусства.
So thank you so much for joining us. Thank you so much for putting this event together. And please do have a good evening. Thank you so much. Я благодарю Наритья Сабду за этот совместный, за это совместное мероприятие и желаю вам насладиться вечером. Большое спасибо. Несколько слов о фонде Наритья Сабду. Наш фонд, который в следующем месяце отметит свое 19-летие, это единственное в России творческое объединение артистов, которые получили образование в Индии в ведущих институтах индийского классического танца. Именно поэтому фонд в первую очередь известен своими многочисленными проектами, связанными с классикой индийской танцевальной культуры. Однако в течение многих лет мы мечтали подготовить концерт, который показал бы богатство индийского фольклорного наследия. Это стало возможным благодаря неоценимой поддержке и помощи, которую нам оказало Министерство культуры Индии. Мы посвящаем этот концерт двум знаменательным датам, которые отмечаются в этом году. 75-й годовщине независимости Индии и 75-летию установления дипломатических отношений между Индией и Россией. Фонд Нрити Сабха искренне благодарен международной медиасети ТВ БРИКС, которая стала информационным партнером нашего концерта. Итак, приглашаем вас совершить уникальное путешествие индийского народного танца и познакомиться с разнообразной палитрой обычаев и традиций этой богатой культуры. Спасибо. По традиции, широко популярной в Индии, мы начинаем наш концерт с посвящения Шри Ганеше, Богу успеха. В исполнении Суб Шри Джанардан вы услышите Ганеш Баджан Вандепе Нинаге Гананатха, основанный на поэзии XIV века Шрипада Раяру. Затем солисты театра Омкара исполнят Мангалачаран Пада Ванде. О Ганеша, обладающий истинным знанием небесных законов, ты величайший среди богов, и слава Твоя воспевается в мире нагов и в мире людей. О Ганеша, уничтожающий все препятствия и страхи, знанием и ведешь нас к успеху. Слава Тебе!
Thank you.
Северо-западной части штата Мадья-Прадеш, символизирующий начало весны и неотвратимость судьбы. Он исполняется в августе во время фестиваля «Карма», посвященного плодородию. Первый день фестиваля, который приходится на конец сезона дождей, жители племен целый день соблюдают пост, а ночью в свете зажженных факелов танцуют вокруг ветки дерево кара. Карама, 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 карама. Thank you.
В этом штате дружно уживаются различные племена. Одно из них – племя Сантали. Основные занятия племени – сельское хозяйство, охота и собирательство. В этом племени есть свой уникальный танец, который называется Сантал. Его танцуют как женщины, так и мужчины во время сбора урожая. Мурагане, он не пока помнил, что это не собак.
Народный танец бога Баголи традиционно исполняется женщинами деревень штата Одиша в сезон сбора урожая. Для жителей деревни хороший урожай – это предвестник радости и процветания. Год тяжелой работы в полях закончился и принес свои плоды. Это повод для празднования, наполненного песнями, музыкой и танцами. В Индии рис высаживается вручную на идеально ровные поля с глинобитными стенками. Поля заполняются дождевой водой, и рис не пересыхает. Затем рис собирают, сушат и чистят ядра от оболочки. В танце стилизованными движениями полной грации показан весь процесс выращивания риса. Его посадка, сбор, подготовка поля к следующему сезону. Попробуйте разгадать смысл движений танцовщиц. Мы уверены, что вы легко справитесь с этой задачей.
Далькай – народный танец округа Самбальпур, штата Одиша. Девушки приносят дары нового урожая для богини и совершают пуджу – подношение. «О, богиня!» – обращаются девушки в танце. «Мы все потрудились на славу. Прими от нас дары нового урожая. Посмотри, вот шмель, который без устали летает с цветка на цветок. Ему одиноко. Он мечтает рассказать всем о своих чувствах и встретить подругу, которая всегда будет рядом с ним». Thank you.
Название танца лавани, самого популярного народного танца штата Махараштра, происходит от слова лавани или красота. Можно сказать, что это жанр любовной народной песни. Лавани родился как форма воспевания любви и верности женщины, ее кокетства и уверенности в своей женской привлекательности. Движения танцев лавани раскованные и достаточно смелые, включают пластику как южных, так и северных народов Индии. Песни в основном эротичны по настроению, а диалоги – шуточные или сатиричные. Песенка «Йока Шташе», которая легла в основу танца, яркий пример шуточной поэзии Махараштры. Замужняя девушка очень рада, что гостит у своих родителей, и приход мужа с требованием вернуться домой ей совсем не по душе. Она придумывает самые разные предлоги, лишь бы остаться у родителей подольше. «Я не хочу собирать вещи для отъезда домой, ведь уже наступил праздник Дивали. Я приготовила много вкусных блюд. Садись, я тебя накормлю. Зачем мне ехать домой? Я сейчас одна. Отец ушел в другую деревню. Брата нет. Мама ушла за водой. Я не могу уйти без разрешения. Зачем мне ехать домой?» Вот и дождик пошел. «Я не хочу тебя слушать. До каких пор ты будешь мучить меня? Зачем мне ехать домой?» Yo, kashi tashi mila, yo, kashi tashi mila.
поголовьем Северной Индии рассказывают о том, как молодая девушка подшучивает над мужем своей сестры. Проказница попросила его сделать фото, а потом... «О, Джиджа!» — обращается она к нему. «Посмотри, ты толстый, а я стройная. Давай-ка проверим твой вес. Ты темный, как черная туча, а я светлая, как молния. Давай встретимся в небе. О, Джиджа, ты такой же суетливый, как город Матхура, а я прекрасна и величественна, как Тадж-Махал. Уверяю тебя, все видят разницу между нами». Плодородия. Он символизирует приход весны, времени,
когда обновляется не только природа, но и чувства. Слово «лур» переводится как «молодая девушка» с диалекта региона Бандра, штата Харьяна. Молодая девушка хочет в этот период выглядеть невероятно привлекательно, поэтому она просит купить ей красивую дупатту, накидку на голову, тику, традиционное украшение на голову, красивую юбку и паяль, нежно звеняющий ножны браслеты. Поэт Рабиндранат Тагор был превосходным композитором и к большей части своих стихов написал музыку. Он оставил богатейшее наследие стихотворно-музыкальных произведений, именуемое в индийской культуре Рабиндра Шангит. Под его песни танцуют во многих штатах Индии. В Бенгале манера исполнения танцев на стихи Тагора отличается особой нежностью и плавностью движений. Песня, которая сейчас прозвучит, вошла в самый первый сборник стихов Тагора, написанных им в возрасте 16 лет. Подружки, посмотрите, какая вокруг красота! Наденем гирлянды, сплетенные из разных цветов, украсим пробор красной краской и будем танцевать. Беспокойные ноты, сливаются веселые песни, ножные браслеты звенят, не останавливаясь. Эта роща, сверкающая золотыми лампадами, наполнена брызгами дорогих ароматов, словно торжественный храм. Соберем цветы, свяжем их нитью, украсим Кришну цветами. Смотри,
Дурака. Под нежные песни идет к нам Кришна. Сантыми, сантыми, пятикая, Дикая Бхагутяна Вия. Мидурляганая, Шамалави, Мидурляганая, Навария. Сантыми, сантыми, пятикая, Дикая Бхагутяна Вия. Народный танец Самбальпури посвящен этой уникальной богине. Надев на ноги браслеты и гунгру, будем танцевать для тебя, о мать Самалай. Заметив темные тучи над лесом, павлин танцует от радости. Время засухи приходит к концу, дождь пройдет благотворной завесой. Манго цветет, ароматы источая,
Птица кокель протяжно любовь зазывает. Мы танцуем все вместе в мире Майи самсары, и нет счастья иного. Всех себя посвящаем мы великой богине, благословение которой пусть нас никогда не покинет.
Гарба – один из наиболее известных танцев западно-индийского штата Гуджарат. Его танцуют во время таких популярных фестивалей, как Наваратри, Холи, Дивали. Чаще всего этот танец исполняется большой группой женщин и прославляет плодородие во всех его проявлениях, и богатый урожай, и пополнение в семействе. В танце манджира-гарба танцовщицы плавно и грациозно двигаются по кругу, аккомпанируя себе на цимбалах. Прекрасный Кришна танцует с юными гопи под дождем, и даже звуки грома не могут заглушить нежный звон ножных браслетов и цимбал. Yeah.
Мы продолжаем путешествие по штату Гуджарат, который славится своими удивительными танцами, среди которых данди – танец с палочками. Его исполняют осенью во время праздника Наваратри. Завораживающий стук палочек подчеркивает ритм этого танца, который посвящается Богу Кришне и богине Дурге. Круг, в котором движутся танцоры, символизирует энергию. Палочки – меч Дурги, а игровые движения с палочками передают игры Кришны с пастушками в городе Гоку. На его территории находится пустыня Тар, в которой живет уникальное кочевое племя заклинателей змей – Калбелия. Мужчины племени играют на специальных деревянных духовых инструментах, которые традиционно используются для приманки и ловли рептилий, а женщины исполняют танец, который имитирует движение змей. Изображая, как правило, кобру, танцовщицы используют большое количество поворотов, напоминая зрителям о кольцах змеи, а движения широкой юбки изображают ее капюшон. Черный костюм танцовщицы также помогает зрителям представить исполнительницу в образе кобры.
традиция чхао зародилась в отдельном регионе Восточной Индии на плато Чхотанагпур. Несмотря на то, что стиль чхао, в котором сочетаются боевое искусство, танец и театральный перформанс, относится к классическим, в нем достаточно сильно выражены народные корни. В его репертуаре есть танцы, где отчетливо видна племенная охотничья магия, деревенские ритуалы плодородия, шаманские практики. Один из них – шикари – танец лесного охотника. Вид охотника был диким и устрашающим, внушающим страх даже своим соплеменникам. В результате было придумано много легенд о скверном характере шикари. Но хороший охотник в почете в любой общине, ведь он добытчик, защитник и источник юмора. В нашем концерте танец шикари впервые будет исполнен девушками.
Народный танец штата Андхра-Прадеш, который вы сейчас увидите, является фрагментом из балета «Хари-Виласа». В этом танце деревенские девушки заняты приготовлением к свадьбе. Они перетирают порошок из куркумы и готовят кумкум. Подметают полы, рисуют узоры приветствия ранголи, плетут гирлянды из листьев дерева манго и украшают ими дверные проемы. Праздничные приготовления наполнены радостью и веселым смехом. Неудивительно, что атмосфера в доме пронизана предвкушением радостного события, которое будет праздновать вся деревня.
Чари – народный танец штата Раджастана. Его танцуют на свадебных торжествах, при рождении ребенка-мальчика, а также на праздниках и фестивалях. Во время исполнения танца девушки держат на голове глиняные или медные горшки чари, которые ничем не фиксируют. Не касаясь горшков руками, танцовщицы движутся синхронно, друг за другом. Кружатся, садятся на колени, низко наклоняются, плавно покачивают бедрами. При этом их руки и кисти двигаются очень грациозно и витиевато. Одна из наиболее популярных песен, сопровождающих этот танец, народная песенка «Черми». В ней молоденькая девушка рассказывает о своих переживаниях и надеждах. Ее недавно выдали замуж, и она очень скучает. Девушка решает залезть на дерево черми, ведь тогда она скорее увидит отца и брата, которые подъезжают к ее новому дому. Они привезут ей подарки, которые будут напоминать о мочей крови. Thank you.
Катинга отличается своими веселыми и энергичными танцами, в которых находит отражение образ жизни пенджабцев. Бхангра – один из них. Танец бхангра, который вы сейчас увидите, передает разговор между молодым человеком и его возлюбленной. Габру Джаван, молодой человек, спрашивает свою возлюбленную, куда она идет такой прекрасной походкой, напоминающей движение юной павы. «Твоя красота, — говорит он ревниво, — заставляет влюбиться в тебя всех юношей деревни». Широко известный танец бхангра изначально исполнялся мужчинами, которые демонстрировали свою физическую ловкость и выносливость. А теперь бхангру вполне успешно танцуют и женщины. В песнях этого задорного и энергичного танца часто воспеваются подвиги пенджабцев, исторические события и прославляется родная земля. Я возьму немного песка цвета шафрана моей родной земли, немного аромата из воздуха, пульс и дыхание. Со всей страстью к свободе смешаю их, получу яркий цвет и окрашу им все вокруг, своих друзей, свои мечты, свою радость и печаль. Возьми и ты немного.
немного огня любви, немного воды из рек. Смешай все в глиняном горшке. Спасибо всем танцорам. И особо... Еще хотелось бы поблагодарить нашего прекрасного дизайнера
ярких красок и жизни. Елена Слепушкина.